Здравствуйте, зрители Тарантовки! Фестиваль «Бурлеска» проходит в Торонто с 2008 года и собирает на сцене самых ярких и талантливых представителей жанра. Ежегодно в течение 4 дней организаторы мероприятия не дают гостям фестиваля скучать. Вечеринки, спектакли, семинары переносят зрителей в мир эротического театра, где балом правят зажигательные танцы в стиле «Бурлеск». «Бурлеск» – разновидность развлекательного театрального эротического шоу, близкого к жанрам мюзикл, кабаре и водевиль. Основными элементами «Бурлеск-шоу» являются танцевальные, цирковые, комедийные и разговорные номера. Как развлекательное шоу, «Бурлеск» появился в Европе в середине 19 века. На то время жанр был все еще очень близок к поэтической традиции бурлеска и представлял собой в первую очередь комедийное шоу. Со временем центральное место в постановках стало занимать женская нагота, от коротких юбок танцовщиц кардебалета к полному обнажению артисток. Чтобы компенсировать неумение танцевать, девушки стали создавать изысканные сценические костюмы, реквизит и декорации для своих номеров, что со временем стало важнейшей характеристикой жанра. Кроме танцовщиц, в шоу обычно было несколько музыкальных номеров, а также присутствовали комик и конферансье. В этом году один из вечеров бурлеск-фестиваля, на котором побывала Тарантовка, был посвящен теме «Lost Toys» – потерянные игрушки. Попав в зал Virgin Mobile Club Theater, мы оказались в поезде начала 20 века. Нас встретили кондукторы в стилизованной форме и затем объявили об отправлении. На сцене появился кукольник, и волшебная сказка для взрослых началась. Из посылки, доставленной кукольнику, появляется пристрашненькая игрушка «Тролль». Она помогает ему на сцене. Ее история трогает публику. Когда-то ее отправили в подарок ребенку, но посылка так и не дошла. С тех пор миновало уже 50 лет, и кукла стала ненужной. Ее уродливость сопоставляется с красотой других кукол, но в конце концов ее доброта и обаяние завоевывают сердце каждого. За вечер зрители вспомнили все свои детские игрушки, от шарнирных кукол и плюшевых медведей до Тетриса, и увидели их совсем с другой стороны. И по-детски поиграли в куклы Ольга Рудина и Никита Овсянников специально для Тарантовка.ком.